Нужно сосредоточиться. Квест-реквест. Иногда мне так трудно. Найти, все хорошо? Временами я забываю о том, что отца нет, и успокаиваюсь на день-другой. Но не сегодня. Я ужасно скучаю по нему, потому как мы резвились вместе. Я скучаю по Матебеленду. Он был здесь, если бы не я. Это все я виновата. Ты не виновата. Ты никакими силами не могла его спасти. И мама так говорит, но он погиб, защищая меня. Я не могу не винить в этом себя. Я проигрываю в голове тот кошмарный момент значительно чаще, чем мне хотелось бы. Мне кажется, что я не буду чувствовать себя настолько беспомощно, если мне удастся покончить с Харлоу и прочими прихвостнями Рокуда. Оставаясь на свободе, они натворят много зла, а страдать будут такие люди, как Арчи Бикл. Это правда, Натти, мы их одолеем. Всем бы твою целеустремленность. Спасибо, я верю, что у нас выйдет их одолеть, начиная с Харлоу. Спасибо, что поговорил со мной. Это очень помогает. Что-то опять такой квест? Просто поговорить? Ничего себе! Я думал, теперь какая-то развязка будет. Ну ладно. Что тут? Пожечь? Нет, нельзя. Странно. На водопаде. Ладно, давайте с Поппи поговорим теперь. Встретимся. А вот и Поппи. Тебе удалось... Я так понимаю, тебе удалось найти ответы в библиотеке. Пришлось несколько часов попотеть над огромными картами, но кажется, я нашла таки пещеру, о которой говорил Доран. Впечатляет, в особенности то, как мало он нам сказал. Но я все еще не уверена, что пещера та самая, но она больше других на нее похожа. Я нашла упоминание о пещере, которую местные жители обходят стороной. По-моему, это идеальное место, чтобы спрятать нечто ценное. Признаюсь, это скорее догадка, но почему бы не спрятать такую загадочную вещь, как особый лунный камень в не менее загадочной пещере? Боюсь, что сейчас я уже хватаюсь за любую соломинку. Почему все сторонятся этой пещеры? Это просто смешно. Ходят слухи, что в пещере люди теряют рассудок, но я не смогла найти ни одного подтверждения от того, кто лично в ней побывал. Так что это либо просто слухи, либо все, кто туда заходил, потом уже были не в состоянии что-либо рассказать. Давай осмотрим эту таинственную пещеру. Договорились. Интересно, можно ли ослепнуть, если таращиться прямо на лунный камень? Сад лунных камней. А что, там гоблины, что ли, будут? Почему заставка такая была? Или пауки? Да, нужно быть... такое слово, легконогий. Ревелио. Так, ну, пауков я уже вижу. Ты же не веришь в то, что болтает об этой пещере, правда? Скоро сами узнаем, правда? Так, там, наверное, что-то... денежки. Йо! Чё за хрень? Да что с ними такое? Она меня так внезапно влетела, что я охренел. Сразу прошу зелье еще выжрать. Так, видимо, это по основному квесту здесь. Тогда я туда вот вернусь, там что-то не обследовал. Вот здесь вот. Ревелио.
А что это такое? Это что такая пыль? Оттуда, откуда мы пришли, странно, ну ладно. О, тут это капуста. Это она, что ли, накидала Поппи? У нее обилка такая или что? А, ну с бабочками это мы уже знакомы. Побег с Порыша. Ага. А это что? Это, наверное, еще дальше. А тогда зачем вот здесь с бабочкой этот? Так, это Левиоса вроде. Блин, я уже забыл, как эту бабочку там. А, точно, по-моему, вот это вот. Да. Так. А, может быть, надо ее это? Да, только что поднимается-то? Ревелио. А. Блин, охренеть. Тут надо успеть. Неизвестный предмет для головы, легендарочка. Так, идем дальше. Ревелио. Вупера. Прошу прощения. Наверное, отсюда и пошли слухи об этой пещере. Говорят, пение вуперов сводит с ума любого, кто его услышит. Мне это не грозит, потому что я уже сошел с ума. А-ха-ха-ха-ха. Раз здесь есть и лунный камень, и вупера, может здесь есть защита? Защита от чего? Или от кого? Так, это, видимо... Подожди, а вот это вот? Вот это вот что-то? Да, как-то, наверное, тут... Эта стена может быть от... открыта. Не знаю, ладно. Идем дальше. И почему меня это не удивляет? Сначала вуперы, теперь еще это. Так, подожди, я запутался. We need to find moths for those spinners. Lumos. Я понял, отсюда мотылек. Я его, в общем, переключил случайно. Вот да, вот на эти надо.
Еще одно препятствие. Ну ладно, уверена, мы придумаем, как перебраться на ту сторону. Я уже придумал. Так. Lumos. Там что-то интересненькое. О, нифига. Нырнуть. Что-то мы вообще куда-то забрели. Чё? Осечка у Конфринга. Так. А тут что, пищевая-то? Ух ты, что-то тут многовато пироек-то. Мне бы к ней сзади. Ладно, давай, под империю одну. Капец какой-то. Когда уже левелап? Офигеть, 50 опыта, а левелапа нету. Так, а куда идти-то? Туда или туда? Походу это, да, как раз вот эта стена, которую я спрашивал, что там что-то открывается. Да, это я вернулся. Хорошо, значит, еще вернемся, посмотрим, что там я пропустил. Дорогу назад, по крайней мере, я нашел. Да, напрягают эти вражины высокого уровня. То тролли, то эти даже топеройки, их хрен убьешь. Причем у меня снаряга-то лучше и вкачана всякая. Может быть, взять что-то на увеличение атаки от обычной атаки, хотя...
Древняя магия, наверное, покруче будет, не знаю. Одна или две таблички с правилами. Придумаю 999 правил взаимоисключающих. Так, опа, тут, кстати, я, оказывается-то, не все открыл. Вот эту вот хрень надо. А, я понял, вот в таком порядке надо, чтобы она открылась. Так, сначала вот это, потом... Подожди. Вот это, потом... Вот это. Статуя гиппогрифа. Так, а, тут еще что-то. Или нет? А, все, они не активны, значит, все залутал. Так, теперь здесь. Так, давай депульса. А это за фига? Ого, как. Так, понятно, чтобы отсюда взять одну бабочку. Только какой в этом смысл? А, понял. Lumos. Сезам, откройся. Так. You did it. У тебя получилось. Победитель по жизни. Опа, хорошо, что я в инвизе. Бля, они смотрят в мою сторону, что самое западло. Даже не обойдешь их. Ну когда же левел ап-то? Ну блин, вообще капец, я уже... Может, я не прокачался? Нет, нету таланта. Это жесть, как они замедлили. Даже с 29 левела вообще капец. Ладно, я понял. Что-то вообще урона нету. О. Фу. Да, похоже, у нее крутая способность, это она вот эти вот хрени накидывает. Наверное, я туда еще попаду. Наверное, следующий уровень я очень долго буду получать. Так что, наверное, я лучше приберегу это очко таланта на вот это вот мастерство владения Авада Кедаврой, чтобы все проклятые враги погибали при использовании. Да, пока не буду ничего прокачивать. Тут капец, мне нужна Авада Кедавра скорее, я уже охерел просто. Тут сложность в том, что ты их... Смотри, вон там, где вода булькает, как странно. Подойдем поближе. Ты читаешь мои мысли. Просто их долго убиваю, капец. Ныряем.
Мерлинова борода вблизи еще красивее. Да, я был прав, вот мы сюда пришли. Наверняка это здесь, иначе и быть не может. Никогда бы не подумал, что обрадуюсь такой тьме вуперов, учитывая, чем они славятся. Ну не знаю, слушай их так долго, я, кажется, начинаю терять рассудок. Очень смешно, я просто подумал, что это доказывает, что браконьеров здесь не было, если предположить, что лунный камень здесь. А это значит, что мы на шаг впереди них. Нашли, будто смотришь прямо на Луну. Ну, мы нашли то, зачем пришли. Осталось только принести его к стоящим камням. Куда, куда? Молодец, Поппи. Это и вправду та самая пещера. Вот и хорошо. Если мы хотим первыми добраться до Сниджетов, нужно выиграть время. Поступим, как сказал Доран. Принесем лунный камень в круг камней. Я готов уходить, я тут все залутал. Пойдем. Пошли, если отправимся прямо сейчас, к ночи будем на месте. Это стоящие камни, именно там, где и сказал Доран. Но теперь, когда мы здесь, я уже не знаю, что об этом думать. Мы знали, что пришли в пещеру за лунным камнем, но Доран не сказал нам, чего ожидать, когда мы поместим лунный камень среди стоящих камней. Надеюсь, это связано со Сниджетами. Да уж, время поджимает. Давай спускаться, мы уже дошли почти до конца. Думаю, это там. Кстати, как поживает твоя бабушка? Бабулю ничто не сломит. Она наложила воющие чары и пригрозила сшить пальто из следующего браконьера, который посмеет вступить на ее порог. Но я все равно себя ужасно чувствую, ведь это из-за меня они туда пошли. Наверняка она будет рада, что ты отправилась за Сниджетами. Надеюсь, бабушка понимает, как важно защищать тех, кто в этом нуждается. Как мне выйти-то на дорогу, которая туда ведет? Может быть здесь? Что-то я не понял. Там запрыгивать что ли надо? На метле нельзя. По факту дорога нарисована. Точнее, формально дорога нарисована на мини-карте, а по факту дороги нету. Видимо, карабкаться там где-то надо. Так, ну ладно, сейчас найдем это место. Капец какой-то. Здесь что ли? Кажется, можно с уверенностью сказать, где должен быть лунный камень. Лунтиленок. Ого, как целая тут орава. Это был танец лунтилят. Ты знаешь, сколько редко его можно увидеть? Они танцуют только при полной луне, хотя, наверное, благодаря лунному камню такое стало возможным сейчас. А узор, который они оставили на земле, это нормально? Все это часть танца, однако одинаковых узоров не бывает. Нам нужно нарисовать этот узор, чтобы получить лучшее представление о нем. Очень хочется скорее рассказать бабушке, что я видела танец лунтилят целых два раза. Она обзавидуется.
Ты уже видела такое? Первый раз мне просто повезло, я летела на крылане, иначе бы ни за что не заметила. То было в ночь, когда... Ну, в общем, в ту ночь, когда я встретила крылану, я... Если не хочется, можешь ничего не рассказывать. А я совсем не против тебе рассказать. Около 5 лет назад крылану поймали браконьеры. Сначала они собирались ее продать, но потом решили, что лучше ее убить. Наверное, так можно было выручить больше денег. Моему терпению пришел конец. Я освободила крылану, и мы сбежали. Мы очень долго летели, а потом я заметила, что внизу танцуют лунтиляты, и мы приземлились, чтобы посмотреть. Казалось, что это знак, доброе предзнаменование, предвещающее, что худшее позади. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, что твоему терпению пришел конец и худшее было позади? Понимаешь, что и ночью, когда я освободила крылану, я также сбежала из дома, из лагеря браконьеров. Я из семьи браконьеров. Офигеть. А, подожди, а ее бабушка тогда кто? Я что-то запутался. Или бабушка отдельно от... Это ужасно, сочувствую тебя. Марлин, не знаю, что и сказать папе, даже не представляю, каково тебе было. Я никогда не вписывалась, и с возрастом это становилось все очевиднее. Бабушка много лет пыталась убедить моих родителей и отпустить меня жить с ней. Достаточно сказать, что когда я улетела на крылане, я отправилась прямиком к ней домой. Ты очень смелая, хорошо, что тебе удалось сбежать. Мне тоже. Когда я была ребенком, вокруг было так много существ, которым я не могла помочь. И теперь я хочу только этим и заниматься. Тебе это удается. Учитывая все, что мне удалось увидеть, у тебя это получается. Мне немного помогли. Я никогда и никому этого не рассказывала, но я рада, что ты знаешь. Приятно, когда можно с кем-то поговорить об этом. Каково это расти с браконьерами? Больше всего мне запомнилось, что мы постоянно переезжали, все время в погоне за очередной добычей. Это был сплошной хаос и опасности. Ни одному ребенку не следует расти в таких условиях. Твои родители знают, что ты срываешь планы браконьеров? Например, как ты спасла того дракона с ринга. Мы не разговариваем, или скорее это они со мной не разговаривают. Насколько я знаю, они сейчас на Борнео пытаются нажить состояние на акромантулах. Однако не удивлюсь, если до них дошли слухи. Иногда какая-то часть меня даже надеется на это. Теперь, когда я старше, мне хотелось бы поговорить с ними, заставить их одуматься. Но, как это ни печально, подозреваю, что ничего из этого не выйдет. Ты не боишься, что браконьеры тебя узнают? Браконьеры ведут кочевой образ жизни. Большинство из тех, кого здесь можно встретить, мне незнакомы. Тем не менее, я подозреваю, что кто-то меня все-таки узнал. Вот как они добрались до бабушки. Спасибо за доверие. Следует вернуться к Дорану. Ему надо увидеть этот символ. К тому же, нам нужно опередить браконьеров. Ты забери лунный камень, и я быстренько зарисую этот символ для Дорана. Закончил с рисунком? Едва ли, но думаю, здесь изображена птица. Во всяком случае, очень похоже. А разве в дневнике не сказано, разыскать Сниджетов поможет лунный свет? Ну конечно, вот в чем дело, надо показать этот Дорану. Только я не знаю, где его искать в такой поздний час. Так что предлагаю вернуться в замок, выспимся как следует, а утром отправимся на поиски. Я готов идти. Вот оно как. Ну ладно. Так, кроваво-красная маска. Вроде неплохая. Так, таблички с правилами. Так, статуя гиппогрифа. Воу, нифига себе. Ну ладно. Огроменная, как бы, мягко говоря. Да.
Ну ладно, пущай будет здесь. Все, выровнял идеально по центру стола, хотя все равно она стоит не идеально, но пускай. Так, ну и что там по маске 30 левла? Ну да, получше, чем то, что есть у меня. Так, сегодня у меня вот такое настроение, так что... Так, ну вот давайте посмотрим, насколько я могу улучшить снаряжение. Перо болтрушайки, это у меня много... А, мех нюхлера. О, на 18, как раз атаку я могу. Потому что 30 левла у меня снаряга, я думаю, 31 я очень не скоро еще левела получу. О, рог дроморога, у меня вообще таких нету. Ну и все. Остальная снаряга у меня 29 левла. Так что остальное не имеет смысла улучшать, потому что она мне будет выпадать, я думаю. Так, зашел также в магазин, а у него не обновилось. У него 29 уровня одежды до сих пор. Там только одна 30-го, и она хуже, чем то, что есть у меня. Ну ладно, значит, так, пойдем дальше. Чуть там, я, короче, к квесту иду, чуть там за фигня идет. Кого это они? Какая-то фигня там. Охреневший бичи. Ранрок всех обманул печами. Они тут какой... Они же не браконьеры, но... Какую-то собаку тут замочили. Так. Ладно, для разнообразия полетаю так. Блин, сюда фиг пройдешь. Бесполетная зона. Could be goblin loyalists in here. So. Rebellion. Лодка здесь нет, видимо, он уже внутри. Синие кожаные перчатки. Но мне нужны легендарочки. Синие, в синие я не смогу нормально эти высокого уровня воткнуть. Даже второго уровня там, по-моему, в синий не воткнется. Так что считайте, бесполезно то, что я их нашел. Вот это шахта, лого. Как же тебя тут найти? Что-то не так. Здесь полно сторонников Ранрока, нужно быть начеку. На этой же тележке наверняка можно попасть вглубь шахты. Прямо как в Гринготсе, только на сей раз я ей управляю. А я разве... Что-то не так. Интересно, как глубоко придется спуститься? Ранрок будет доволен нашей работой. Кто был в той тележке? Блин, хорошо, что я в инвизе. Поможешь мне здесь, ладно? Кажется, конец пути уже близок. С ветерком. Can bring them.
Блин, я конкретно обиделся на игру за то, что она меня до сих пор не научила Авдокедавре. Это капец, уже столько времени прошло. Ух ты, ё, три ё. Не-не-не. Не-не-не, меня нету. Это капец сделали тупо, что я не могу его расстреливать, когда он под Империю. Ну и что? И как бы одно другому-то. Какого фига должно мешать? Это я атаку, наверное, вкачал, поэтому немножко побыстрее я на сей раз этих стал убивать, но все равно долговато, конечно. Ревелио. Снарягу тоже апать, но снаряги нету, даже в продаже нету нормальной снаряги. Вот даже сейчас мне фиговая всякая снаряга попадается, что за дела? Ой, блин, там тролль еще. Так что не зря я древнюю магию берег. Сейчас здесь залутаемся. А это что за фигня? Хо-хо. И шо? Да блин. Черепашки-ниндзя. Ой, по голове прям. Люк заварили. Средние напольные покрытия. Это я шо, альтернативный путь нашел? Ой, сука. Так, это я вернулся туда, где я был. Знаешь, все залутал здесь получается, или что, или нет? Опа, Алахамора бонусная. Алахамора. Третьего уровня, опять же, не устану повторять. Если бы я все демо-маски не открыл, то не взломал бы сейчас. Надеюсь на легендарочку. Нет. Неизвестный предмет для шеи. Ну, синего качества, опять же, я его не буду использовать. Какой бы он ни был. Почему фигню дают одну?
Парни, почему меня постоянно отправляют в патруль? Я способен на большее. Так, ну что, спускаемся. Ой. Так что же мешает нам покончить с миром волшебников раз и навсегда? А ничего, день раннерка уже настал. Долбаные фанатики воинственные. Ранок хочет нас видеть, он взбудоражен. Успех лишь вопрос времени. Ранок уже здесь, остается надеяться, что он не столкнется с Лотгодом. Блин. Вот туда повернись. Тихо-тихо. Ты с ними геморно. Да блин, да... Они теперь что тут будут? Патрулировать до конца света? Махнул рукой, все. Да сколько можно? Я уже в наглую вообще. Блин, охренели они. Я вроде бы что-то слышал, а небось просто в животе бурчало. Ладно, последних уже можно и так. Это Ранрок всему виной. Так, либо... нет. Здесь просто еще одна... Подожди. Так я могу и сюда сесть. И сюда. Здесь лифт. Давай спустимся. Может, на лифт мне сесть, посмотреть, что там? Наверное, я по нему еще не ездил. Может, как раз там тролль снизу или еще что-то. Или это по основному сюжету? Сейчас узнаем.
пейзажные картины. Блин, ехал на другой конец вселенной ради какой-то фигни. Лады, обратно. Так. Надеюсь, удастся опередить Лотгода и добраться. Так. Еще один бур готов. Волшебники получат по заслугам. Я могу покончить с этим прямо сейчас. Надо уничтожить бур и остановить сторонников Ранрока. Что-то я не понял. Вообще, как я сюда попал, если честно. Я что-то вышел. Что-то решил пофкашить, только escape обратно и сразу это ролик, что это? Короче, отгрузился на этот раз, причем мне выпали в этой херне рыцарские доспехи, то есть другая какая-то фигня. В общем, он говорил добраться до Ранрока раньше него. Так, еще раз посмотрим. Это все, что он сказал, просто я с этим роликом что-то не понял. Да, волшебники получат по заслугам, еще один бур готов. Я могу покончить. Остановить бур. О, вот он этот тролль, блин. О, сначала мелкоту попробую. Тихо-тихо, здоровяк. Тебе и Виктори. А это что за хрень? А, можно было еще так. Нужно придумать, как остановить этот бур. А, это просто плот. Я понял, просто обрушить тут нахрен все. Ой, а я потратил древнюю магию. Ты. Какая неприятность. Ну не важно, мы построим еще. Ты отсюда не вышел. Он тут что-то вынюхивал. Лотгок? Пришел мириться, братишка. Я пришел, чтобы положить этому конец. Что это ты мне принес?
Не может быть. Все это время ты знал, где он. Нет. Ты цел? Никогда тебя не пойму, Лодгок. Ты такой доверчивый. Та ведьма не видела в тебе равного, как и все волшебники. Она просто хотела тебя использовать. Ты не прав, Ранрок. Молодежь особенно вероломна и хочет скрывать свое презрение к нам, когда они нас используют. Поразительно, как наши предки вообще могли друг другу доверять. Все это время я повсюду искал последнее хранилище, тщетно разыскивал последний дневник Брагбора. Зря тратил время, гоняясь за ребенком. А мой маленький братишка все это время знал, где он. Но теперь ты мне не нужен. Никто из вас мне не нужен. Я нес это вам. Ты предатель нашей расы. Нет. Ого. Бедняга Лодгок погиб от руки собственного брата. Теперь ясно, почему он так старался его вразумить. Блин, ну почему мне не дали с ними сразиться? Пора выбираться из этого проклятого места. Так, подожди, а здесь я был, что ли? Там кто-то еще поехал. Лол. Почему-то заново эти штуки появились. Тут, видимо, заново появилось то, что я уже лутал. Ладненько. Покинем пещеру. Меня должны обучать Авада Кедавре. Они задолбали уже. Я все квесты, все выполнил побочные. Какого лешего? Сообщу профессору Фигу, чтобы он ждал меня в зале картографии. Надо рассказать ему и хранителям, что Ранрок заполучил дневник и узнал, где находится последнее хранилище. Так, тролль. Ну, можно его попробовать. Ну, конечно, да. Никакого урона. Imperial, at your service.
himself to be quite the hunt as the student from the town. Confringo. Too late. Ух, бичи. Блин, это капец какой-то. Тролль, причем меньше меня по уровню. 29-й. У меня 30-й, все равно его хрен убьешь. Анна беспокоится, говорит, Себастьян пообещал позвать и меня, если она согласится встретиться с ним у катакомб. Но теперь он просит ее незамедлительно явиться одной. По ее словам, Себастьян сам не свой. Приходи к катакомбам как можно скорее. Надеюсь, перо не подводят меня, и ты понимаешь, о чем речь. Это от Аминиса. Ну вот, лучшие перчатки продаю, смысла нету. Мне нужны 30-го и легендарочки, чтобы в них нормальные эти вставить. Ну же даже с фокусом древней магии, офигеть, даже с прокачанным, наношу так мало урона до этим большим целям. А кедавра нужна, может как раз ее сейчас выучу. Вот, наконец, квест «Роковая реликвия» и награда, да, написана «Авада Кедавра», скорее бы. Причем там требуется уровень 28, у меня всего 30, это несмотря на то, что, блин, я все-все побочные квесты выполнил. То есть, всю игру я выполнял сначала побочные квесты, и когда уже ничего не оставалось, тогда я приступал только к основным квестам. И при этом, то есть, у меня получается так мало опыта. Ну, обычно в играх, когда ты все второстепенки выполняешь, а не тупо рашишь сюжетку, ну, и у тебя там преимущество большое по уровням. Здесь этого нету. Они как вообще хардкорно сделали. Себастьян зашел слишком далеко. Ты сам видел, что там в катакомбах. Я не могу здесь оставаться. Анна, подожди, пожалуйста. Аминис, он готов был подвергнуть опасности всю деревню из себя заодно из-за какой-то древней реликвии, которая, возможно, могла бы меня вылечить. Прости, Аминис, позаботься о нем, пожалуйста. Хорошо, что ты здесь. Да подожди, куда ты уходишь? Сейчас мы тебя вылечим. Я получил у тебя сову, где Себастьян? В катакомбах. Честно говоря, я удивлен, что ты не с ним. Аминис, я... Замолчи, я понимаю, тебе пришлось это сделать, я не возражал. Это могло спасти нашу с Себастьяном дружбу, хоть и ненадолго. Я сожалею о том, что сделал. Ты был прав, я жалею, что использовал Империю. Надеюсь, ты сможешь меня простить. Давай лучше подумаем о Себастьяне, надо его спасать. Я вернусь к катакомбе и найду его. Анна права, он в опасности, а с ним и вся деревня. Это место просто кишит инферналами. Какими еще инферналами? О чем ты говоришь? Увидишь, идем скорее. У Себастьяна, наверное, рассудок помутился. Катакомбы Фелдкрафта. А зачем он Анну-то туда пригласил? Я не понимаю. Еще лекарство-то не готово. Че за срочность-то? Когда мы были здесь в прошлый раз, все вокруг кишело пауками. Нас ждет кое-что похуже, давай скорее найдем Себастьяна. Блин, я надеюсь, там не будет выбора, типа кого-то надо убить, чтобы выучить Авада Кедавра из них. Ну что, если будет, это... Вообще отстой. Мы могли бы какого-нибудь сторонника Ранрака притащить сюда. Я надеюсь, они не сделали так... Тупо это, что надо будет кого-то выбрать, кого принести в жертву. Потому что всегда можно принести сторонника Ранрака в жертву, они же не зря здесь. Ой-ой-ой, где был Себастьян, когда вы с Анной нашли его? Чуть спереди, в большом зале. А, то есть они его нашли сначала здесь, потом отсюда вышли. Не понял. И зафига я сюда взбирался тогда. Это что, шутка, что ли? А, подожди, я тут уже был в этих катакомбах? Что ли? Почему тут все зафармлено? Да, и карта открыта, я же здесь уже был. Incendio.
Раньше здесь не было столько инферналов. Ни малейших следов Себастина. Ну что я тут могу сказать? Все течет, все изменяется. Мало ли, что раньше не было. Подожди минутку. Я так переживал за Себастина, что даже не понял. Она отправилась за Соломоном. Увидев инферналов, она сперва подумала, что на Себастина напали, но потом он показал ей реликвию и сказал, что научился ей пользоваться. Получается, резьба на реликвии изображала инферналов, и Себастин как-то их создал? Не совсем. Он их контролирует. Это мощная темная магия. Создать инферналов невероятно сложно, но контролировать их... Пока мы с Анной лихорадочно пытались забаррикадировать инферналов, чтобы они не сбежали, Себастин все бормотал о том, чтобы вылечить Анну. Когда она сказала, что не может остаться, я не понял, что она имела в виду. Соломон грозился пойти к директору, если услышит, что Себастин занимается темной магией. Мне нужно в Хогвартс, я должен первым увидеть профессора Блэка, чтобы представить историю по-другому. Пусть он думает, что это семейная ссора. Я вернусь, как только смогу. Попробуй немного образумить Себастина. Будь осторожнее. Зловоние мертвецов. Так, а мне что, заново надо лутать тут то, что уже слутано было? Надо туда, допустим, вот идти. Не, там уже все выстроено, вроде залутано, все нормально. Так, ладно, где там Себастин? Наверное, вот там. Да сколько же здесь этих инферналов? Так, куда туда, что ли? Вон он. А вот и Себастин. Просто невероятно, скажи. Так, мне их, видимо, не надо уничтожать. Себастин, я же говорил, реликвия, ключ к решению. Я пытался снять темное проклятие, павшее на Анну, но теперь я могу управлять им. Как и инферналами. Управлять? Да мне пришлось всю дорогу от них отбиваться. Что вы тут двое устроили? Акцию «Реликвия». Соломон, не надо. «Реликвия». Гений просто. Ты за это заплатишь. Да уж. Ха-ха-ха.
defend you. Это уже перебор, да ладно. Успокойся, мистер Саллоу, прекратите. Да как ты смеешь, ты моему племяннику не друг. Прости, так было нужно. Так, Сек, я хочу погуглить. Может быть, нужно всех инферналов переубивать, а то я его сейчас реально убью, и это чем-то по сюжетке окажется. Нет, в общем, понятно. Инферналы будут появляться бесконечно, пока с боссом не разберусь. Так что фокушу его туда, этого дядю. Ее невозможно исцелить, Себастьян, остановись. А она не должна страдать. Авада Кедавра. Она книгу уничтожила. Ты сделал свой выбор. Что ты наделала? Что дядя полоумный наделал? Мне нужно отсюда выбраться.
Нельзя его отпускать. Дядя оказался боссом инферналов и... Ну, полоумный дядя, конечно. Он там контуженный какой-то темным заклинанием с перегибами. В итоге он даже, чтобы спасти свою родственницу, типа, что нельзя это использовать. В общем, отбитый. Не знаю, там... Ну... Себастьян, подожди. Типа, если он такой сильный... Он, блин, мы тут всю работу проделали, он пришел чисто, чтобы все отобрать, разрушить, блин, офигенный помощник. У них там города, блин, захватывают и поселения эти, пепламбы и так далее, офигенный мракоборец, конечно, ничего не изучил, как, что помочь этой самой. Может, можно было его империю там или как-то повязать, но он, конечно, их задолбал, это я, наверное, малую часть лишь видел, он там их затерроризировал. Постой, Себастьян, подожди. Когда он годами их задолбал, еще она умирает, блин, а он все разрушил, единственный способ там как-то спасти. Ну и фиг с этими инферналами, блин, он же не людей убивал. Вообще, чё это, кого это волнует? Ну, создал инферналов, ну и чё, блин? Что такое? Почему ты не остановился? Мне было тебя не дозваться. Анна не выживет, она постепенно угасает телом и душой, а дядя Соломон никогда не заботился о нас. На самом деле мы ему не нужны. Он махнул рукой на судьбу Анны, а я так не могу. Ты же понимаешь, что он собирался разрушить ее жизнь, и это он напал на нас, вынудил применить убивающее заклятие. Клянусь, я не хотел. Если бы я не знал это заклятие... Все должны знать это заклятие. Ну, не знаю. Блин, почему два варианта? И почему нету варианта «я должен знать», а больше никто не должен? Ладно, пусть будут все. Он же напал на нас, у тебя не было выбора. Ты поступил очень храбро, Себастьян. Твой дядя никогда так не заботился об Анне, как ты. Знал, что ты поймешь. Я поступил правильно. Конечно, я бы поступил так же, если бы знал как. Могу тебя научить. Да, пожалуйста. Убивающее заклятие освоить непросто, как и для всех непростительных заклятий, тут важно намерение. Держи палочку ровно, сосредоточься, заклинание звучит так. Нужно очень четко осознать свое намерение. Наконец-то. Так. Есть, с первого раза. Наконец. Я не могу здесь оставаться, мне нужно найти Аминеса. Себастьян. Не сейчас, мне надо прийти в себя. Давай встретимся позже, в крипте, ладно? Ну чё, инвиз теперь не так актуален. Чё там, где моя прокачка? Давай-ка в талантах. Тёмное искусство. Вот. При убийстве врага с помощью Авады Кедавра погибают все проклятые враги. Это интересно. То есть они погибают прям? Не просто Авада Кедавра применяется, а именно погибают? Ну сейчас я, конечно, не найду 4 троллей, чтобы это протестить. Там вот какие-то вражины есть, наверное, какая-то лохня. Там, конечно, КД долгий, я понимаю. Блин, всего лишь пауки. Есть среди них жирный? Ну, на того-то проклятие распространяйся. Фигово. Ну да, минус 2. Ладно, надо будет найти покрепче кого-то, чтобы протестить вот этих троллей каких-то, этих тропырок или как их там,
О, логово тролля. Сейчас вот сюда вот и полечу. Я тут съел какую-то фигню вот эту вот, короче. И она тебя так вот в воздух приподнимает, когда ее сожрешь. Я не знаю, что это там, насекомые какие-то или мармеладки. Зерна. Так, в заклинаниях нужно немножко нам переставить. Наверное, сначала проклятие, потому что накладываешь как бы все такое. Так, вот здесь тролли. Может, тут написано речной тролль, еще какой-то тролль. Может, тут написано, какие у них уязвимости. Ну, написано, что уклонение лучший способ защититься. Флипендо. Вот это вот фиолетовое, может, реально заклинание. Ну, посмотрим. Тоже протестим. Так. Кедавр откатилась, откатилась. Давай начнем с легкого, с флипенда протестим. Ну-ка. Ни хрена толку. Ну. Нет. Когда тролль ударит дубинкой о землю обеими руками, подбросьте ее при помощи флипенда. Ну хорошо, давай ждать. Так, немножко про... Так, сейчас. Ну и чё, и это всё? Нормас, это я специально протестил, типа, как работает Авада Кедавра без проклятия. Понятно, что с проклятием бы она его, наверное, убила. Но она и сама по себе его убивает, это хорошо. Очень хорошо, а? Единственное, вот не показана тут галочка над этими логовыми тролля, ну ладно. Типа, что я его зачистил и все, хотя я тут все зафармил. Ну, кстати, еще какая-то хрень. А, это, наверное, испытание, это на скорость опять тут. Маршруты. Так, вот лагерь придурков, давай тогда. Вот кто украл гоблинский шлем. То есть гоблинский он был до того, как... Так. Just warming up. There'll be more of that. Here we are. You're only delaying the inevitable. Нифига себе, ловкий. Expulsion. Молодец, мой верный слуга. Так, что тут? Клыки. Так, что-то я в достижениях получил. Метла Шустрик. Все-таки вот боевая арена темных искусств. Неужели она одна здесь? Ладно, еще лагеря бандитов позачищаю. Кажется, их тут, ну, такое количество, в принципе, что можно зачистить. Here we are. Expelliarmus. Confringo.
Ну, в общем, вы поняли. Манипуляции третьего левела. А, еще печально известных врагов можно тоже позапиливать. Так, ну что там, ну-ка, аводокедавр на нем. А, это бешеная, это перойка. И все. В общем, я с ними справлюсь. Все. Ну, так, опыта так. Могло бы быть лучше по опыту, ну ладно. Так, в бою я что-то получил. Защита от амфибий. А, во, маска крающей совы. О, и тыкву я получаю. Вот она, маска крающей совы. И тут рядом лагерь бандитов совсем маленький. Ну, враг, по крайней мере, вот этот известный печальный, исчезает вообще на карте, когда его убиваешь. Это хотя бы меня радует. Потому что в лагерях галочка ставится, но по факту они там заново все респаунятся. Это очень бесит сильно. Все, я тут сразу трех уничтожил. Придурков. О. Ой, тут пушишку надо спасти. Ну-ка. Чего, чего? Беги, беги. О. Сундук. Разрушение третьего левла. А, вот она, нет, 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 есть все-таки боевая арена. Отлично, наконец-то. Так, а, тут опять эти испытания. Типа надо их разрушить. Ревелио. Ладно, сейчас разрушим. Конфринго. Так, ну почти разблочил ее вроде. Сколько тут этих арен? По-моему, 3 всего. Ну, тайм-коды под видео, если не хотите смотреть на мои страдания. Когда ее проходишь, там галочка отмечается. Наверное, когда их все пройдешь, какие-то тоже тебе дадут всю хрень. Пять волн. Благодарю спонсоров канала Никита Никитинский, Дмитрий Руперт,
Матч с Пендрагом. Владимир Кураев. Дмитра. Никита Ульянов. Вилли Вонка. Спасибо вам всем. Клик. У меня какая волна? Третья была? Надо этих хилок больше, у меня хилки закончились. Офигеть, я только понял, у меня перчатки вообще 22 уровня, но лучше я не находил до сих пор перчаток, капец. Кстати, уровень почти 31, так что не зря страдаю. Так, накрафтил зелье, идем опять в эту фигню. Так, ну и хорошо, четвертая волна. Ого, что, последняя волна. Блин, у меня Авада Кедавра не откатилась. Oh!
Пальто вора. Все, прошел испытание. Надеюсь, у меня левел ап. Да, тут было бы шикарно. То прокачка вообще не шла. Видимо, левел ап не дали. Но хотя бы галочку заслужил. Так, у меня что за пальто? Школьная форма историка. Это у меня уже было. А вот пальто вора. Ничего себе стиляга. Да, вполне заслужил. Ну почти, почти. Так, еще один лагерь придурков зачистил. Так, что я тут нашел? Связывание 2. Ну это уровень 2. Даже если я не третьего уровня нахожу, ничего страшного, потому что в следующий раз это повышает шанс, что найду третьего уровня. Потому что, типа, меньше становится тех, которые низких уровней. Вот протестил еще логово пауков, зашел. Я тут всех перебил, но галочка не ставится. То есть, видимо, его никак не зафармить. Ну, типа, не сдинайте окончательно. Либо это баг какой-то. Это уже не первый раз просто. Я думал, там одно заглючило, но нет. Так, еще один лагерь. Зафармил яд второго уровня. Вот тут сундучок какой-то. Полосатая мантия цвета гекория. Страница руководства. Перуанский порошок мгновенной тьмы. Этот порошок из Перу при подбрасывании воздух создает непроницаемую завесу, устойчивую к большинству создающих свет заклинаний. Члены банды Пепламбы используют его, чтобы незаметно воровывать окрестные деревни. Ни хрена себе незаметно, они тут, блин, всю уже заполонили. Ого, у них тут теперь дикая природа взяла свое. Оленя. Так, еще один сундук. Выжигание третьего уровня. Так, тут надо, типа... Ладно, не надо. Просто если все начать гриндить, это собирать, это никакой жизни не хватит. За лагеря что-то я разочарован, очень мало дают. Что за средние, что за маленькие, больших, я даже не помню, были тут у меня или нет. В общем, очень мало. Странно, тут лагерь зафармлен, печально известный враг не убит. Неужели они ресаются? Надеюсь, что я просто его каким-то образом пропустил. Ой, мисклик. Ну ладно. Все равно кого надо убил и левел получил. И одно очко талантов. Сейчас посмотрим, что прокачать. При победе над проклятым врагом восстанавливается здоровье. Это полезно, наверное. Позволит экономить зелья. Так, 31 уровня. О, какая-то одежка появилась. Наконец. Потом 31 уровня сразу. Сейчас посмотрим. Так, ну несомненно... Да, беру вот это. Так, тоже 31-го защита тоже беру. Мантия 31-го. Ну, она получше, чем у меня, это главное. Так, и все, пожалуй. У меня 81 защита, тут 95, неплохо. Так, у меня 86 защита, тут 8... Блин, на единичку. Ну, причем уровень у меня 28-го снаряга, это 31-го, но разница лишь в единичку, это капец. Так, кофта у меня 90, 94. Малехонько, конечно, я потратился, но ладно. Там только один предмет значительно что-то забустил мне. Остальные так, фигня. Ну что ж, вот и сказочки, конец. Кто слушал, молодец.